хочу вам показать такое достаточно симпатичное приложение. Называется Piper Tam бумажные часы. Как это выглядит? Активирую, нажимаю на иконку и появляется такое меню. Просто как будто числа времени, в настоящее время 13:21. Они нарисованы на бумаге, эти числа, простой шариковой синей ручкой. Если щелкнуть по экрану, появляется более расширенный функционал. Добавляются еще секундные показатели. Можно перевернуть так. Ага, часы сейчас перевернутся. Так, раз, перевернулись. И теперь можно не вертикальной, а горизонтальной позицией использовать, наверное, как ночник. Или как ночные часы, проснулись, посмотрели. Прикольно, не правда ли? Вроде посмотрел, настроек больше никаких нету. Не знаю, где здесь смотреть можно. Пожалуйста, вот так, не знаю. Может быть, есть подобный функционал, расширенный, но, по крайней мере, я не нашел.